Последнее время я не видел ни одного нормального человека, который хейтил бы меня прям вот так вот жестко, засирая в комментах. Ни одного. В основном это все колхозники, хуесосы и просто полные долбоебы. Типа, чувак, иди нахуй. Хочу, хожу с длинными волосами. Хочу, хожу с короткими. Ношу одежду только ту, которая мне нравится, а не тебе. Делаю то, что нравится мне, а не тебе. И твое мнение это просто... Люди, которые проводят целые дни в этом ебучем интернете, я не знаю, займитесь спортом хотя бы. Спорт это охуенно. Я занимался вольной борьбой на протяжении 3-4 лет, и мне это пиздец как помогло. Это лучше, чем сидеть, блядь, и прогнивать здесь. Короче, способ, который стопудово заставит тебя не беситься с людей, которые тебя все время хейтят. Просто зайди на страницу долбоеба, который пишет, что ты хуесос, и ты просто поймешь, насколько там все плохо. И успокоишься. Ну а самый нормальный совет это просто не читать отзывы о себе и не читать комментарии. Типа, какого хуя меня должно волновать мнение вообще чьё-либо, кроме моего, касательно моего творчества или того, что я делаю, того, как я выгляжу. Из-за того, что люди проводят почти все время здесь, они теряют свою личную жизнь, они забыли о том, что у них есть свое здоровье, за которым нужно следить, знания, которые нужно получать, они просто просирают целые дни. Вот в этой хуйне. Брат, перископ майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании, это лучший магазин, бау.